Здесь у меня 600 грамм фарша, свинина, говядина. Добавляю одну среднюю луковицу, нарезал на мелкий кубик. Добавляю уже отваренную гречку 200 грамм. 2 яйца. Чайную ложку с горочкой сухого чеснока. Черный молотый перец по вкусу. Ну и соль по вкусу. Теперь все хорошо перемешаем. Теперь приготовим заливку. У меня пол-литровая баночка. Добавляю 2 столовые ложки томатной пасты. Добавляю немного черного молотого перца. Пол чайной ложечки кориандра. Немного соли. И пару чайных ложек сахара. Все залил водой и теперь хорошо перемешаем. Мокрыми руками сформировал вот такую придал форму, обвалял в муке. Выкладываем на сковородку и будем обжаривать до красивой румяной корочки. Вот такая вот красивая румяная корочка. Перевернули и обжариваем с другой стороны. Сковороду помыл, добавил немного, совсем немного растительного масла. Добавляю немного лука и обжарю до легкой румяности. Лук вот стал немного румяниться уже. Добавляю заливку и выкладываем наши гречанники. Добавляем пару листиков лаврового листа. Вот так вот сверху польем соусом. Накрываем крышкой и тушим на среднем огне, ну чуть меньше среднего, 25 минут. Ну вот и все, друзья. Выключаем. Наши гречаники готовы. Сверху я добавлю свеженькой петрушки. И на этом все. Можно пробовать. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто досмотрел. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Покеда. Ну и давайте посмотрим, как там внутри. Вот такая вот красота. Полностью готова. Сочные, вкусные, аппетитные.